Сейчас будет прямая трансляция. Запускаем проект Балкона Рум. Это, конечно, не бойлер рум. Это такое вот недорого, но со вкусом для народа. Вообще просто интересный клубный проект. Так что сегодня один выпуск уже был, еще будет второй выпуск. Сегодня попробуем постримить. У нас тут сегодня куча оборудки, куча железяк. Все это дело будем, мы уже подсоединили, звук есть. Сейчас будем стараться все это дело запустить, чтобы оно играло. Ну и транслировать это все дело в интернет. По аппарату. Что у нас есть? У нас есть две соточки пионеровские. У нас есть пульт Behringer 750. У нас есть продукция от Native Instruments. Трактор получается. Это консоль X1 и консоль F1. То есть F1 это сэмплерная дека. Это сдвоенная дека X1 для игры из программы Трактор. Также у нас есть пионеровский эффектор. Это железяка, которая делает всякие примочки, всякие крутые звуки, которые мы накладываем на треки. Ну, компы, камера, штативчик, потик, это все такое. Самое основное это вот то, что стоит на столе. Основной принцип работы это тайм-контрол. Сегодня мы будем управлять из трактора. Ну, то есть будем управлять трактором с помощью тайм-кода. Ну, вот в принципе и все, что у нас тут есть. Пробуем вот такую вот запись, пробную того, что как и почему. Хорошо. Смотрим, лайкаем, подписываемся, все будет круто.